Мультики в эфире Патронов. Наконец-то скоро выйдет новый обзор всех отечественных производителей, которых мы намочили, не побоюсь этого слова, просто утопили и залили водой. Конечно, каждый скажет, или многие скажут, то, что нахрена такой тест, нафига такой обзор. Но, скажу честно, я очень часто, так же, как мои друзья, и думаю, что многие из вас сталкивались с ситуацией, когда ты просто намочил патроны. Либо залез по пояс с ними в воду, либо намочил в кармане, либо попал под дождь, либо еще что-то произошло. Упали они в воду, находились в лодке, где было по колено. Соответственно, что с ними будет дальше? Имеет ли смысл их использовать или к чертовой матери выбросить? Поэтому мы намочили патроны на 15 минут, на час и, самое главное, на сутки. Но не просто на сутки, а взяли и каждый час вытаскивали по 2 патрончика из целой пачки, которые лежали в течение этого времени в воде, и отстреливая, смотря, сколько же времени нужно каждому производителю для того, чтобы не стрелять вовсе. Сразу скажу, результаты меня удивили. Опа. Поэтому уже в ближайший понедельник мы узнаем, кто из производителей подмочил свою репутацию, а кто вышел сухим из воды и какие патроны точно не обосрутся в воде. А это возможно вообще? Наверное, да. Ждите!